Старые кресла и диваны, куски арматуры и штукатурки – всю эту кучу мусора можно увидеть недалеко от села Агропустынь. Свалка появилась здесь примерно 2 года назад. Свалки, конечно, мешают, раздражают, особенно когда гуляешь, действительно хочется полюбоваться природой, а вокруг мусор. И там и вплоть такой, не то что мусор, который можно там где-то утилизировать там, или в город отвезти в конце концов, а прям вот холодильники выкидывают, мебель, там вот шины, там, ну все, дом. В общем, такой мусор, что его даже не знаешь, куда спрятать. Местные жители говорят, что они обращались в различные ведомства и об этой свалке знают. Даже планируют вывести весь этот мусор отсюда. Однако точные даты пока не называются, а мусорная куча все растет. Обращались. Ну, пока администрация нет возможности. Сейчас вот только поменялась администрация. Ну, говорят, тоже примут меры, но меры надо кардинальные принимать. Поэтому никто не боится. Все везут, что хотят, то творят. К сожалению, такие свалки возникают стихийно, буквально на ровном месте. Хорошо, когда их вовремя ликвидируют. Жители Агропустыни надеются, что мусор отсюда все-таки вывезут. Мы же, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».